Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнов. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу, друзья, поделиться с вами новым боксом. Довольно-таки неплохой бокс. Значит, вот такое вот у него название, вот оно. Не буду я ломать язык. Если мы переведем на русский язык. Глобальная цифровая рекламная сеть. Вот. Здесь посмотрите, видео здесь ни о чем. Хотите, переведите на русский, почитайте. Но здесь вот есть внизу email адрес и адрес этого букса, наверное, или как. И этот букс, ну, администрация из Индии. Значит, я здесь зарегистрировалась. И меня попросили подтвердить адрес электронной почты. Письмо мне пришло, но в письме не было ни ссылки никакой, ничего. Ну, думаю, обожду немножечко. Прошло там немножечко времени. И чуть позже я зашла, просто залогинилась по логину и паролю. Значит, можно нажать на зеленую вкладочку. Или здесь регистрация. Значит, имя, email, еще раз email, username, то есть логин, два раза пароль. Сюда ставите галочку, нажимаете зарегистрироваться. Я нажму логин. Вот, по логину и паролю. Логин. И загружается шкала. Попали в кабинет. Здесь вот бонус, как бы дали, 10 центов. Давайте пройдемся теперь по вкладочкам. А это наша здесь статистика, домашняя страничка. Здесь вот баланс. Вот, значит, это у нас рекламная панель. Как бы рекламку создавать. Далее здесь сообщения. Upgrade у нас. Мы на бесплатной основе работаем. И минимальный апгрейд здесь от $2. Но пока что я вкладывать ничего не собираюсь. Я понаблюдаю, поработаю. Ну, бокс меня зацепил. Сразу скажу. Далее. Добавить средства. Здесь можно добавить средства с аккаунт баланса. Минимум 10 центов. Как бы сюда прописывать сумму и кликаем. Добавить вывод. Минималка здесь от $2. Вот. Не завышено. Вкладочка баннеры. Находится наша партнерская ссылочка. Вот она. И баннеры. Здесь вот первый баннер есть. Здесь нет баннера. А, есть баннер. И вот здесь такой прикольный. Далее. Персональные настройки. Значит, что у нас здесь? Здесь я все заставлю. Да. Pair есть. Ethereum криптовалюта. Ну, здесь много платежек таких, да? Perfect. Прописываем платежную адрес кошелька. Внизу прописываем пароль, который указывали при регистрации. Нажимаем сохранить. Это я пропишу позже. Ну, что здесь еще? Здесь больше нет ничего такого. Но здесь будут отображаться наши партнеры. То есть реферал. Теперь вернемся на домашнюю страничку. Вот здесь юзерный. Здесь также дашборд, домашняя страничка. И здесь персональные настройки. Ну ничего. И выход. Как бы такого нет ничего. Далее. Здесь рекламка. Можно давать рекламу. Посмотрите. Баннерная реклама.
10 тысяч кредитов стоит $1,5. Вот. Текстовое объявление. Ну, здесь текстовое объявление как бы не проходит, если только баннерное. Теперь по заработку. Заработок здесь на просмотре сайтов, серфинг и видео. Вот эта вот вкладочка. Да, вот. If Дверьте, смотрите, ребятки. Значит, сколько здесь можно заработать на бесплатной основе? 1, 2, 3, 4 цента. 4 цента это вот на серфинге. Давайте покажу, как серфинг. Кликаем. Ждем. Буду загрузиться. Вот идет шкала. Сейчас подождем. И перевертыш. Все, зачет. Просмотрели. Таким вот образом просматриваем рекламку. Далее что? Так, 4 цента, да? Далее идем. Видео. Вот видео, да? Здесь два видео. Смотрите, там 4. Здесь 2 цента на видео. Это уже 6. И здесь 1 цент. 7 центов. Вот. Я считаю, это неплохо. И минималку можно набрать. Но видео сами посмотрите. Кликаете, там пойдет таймер. Уже не буду занимать время. Также есть вот, если кликните, есть вопросы-ответы. Ну, вывода еще никто не выводил, так как он только стартовал. Форум. Обязательно прочитайте форум. Вот. Здесь еще так и нет сообщений. Вот это я посмотрела, так как смотрю здесь более всего. И вот кликайте сюда. Ну и здесь вот видите индийский флаг, как бы админ. Здесь прочитаете всю информацию. Вот. Ну и здесь уже поздравляют, здороваются как бы. Вот. Я считаю, можно поработать. Ну, а вы как хотите. Вот. Вот такой вот бокс, ребятки. Конечно, он меня зацепил. Вот. Ну, и вот здесь поинты. Я на них, в принципе, внимания не обращаю, потому что конвертировать здесь 10 тысяч. 10 тысяч вроде бы, да. Равно $1. Как видим, да, 2 поинта по 1 поинту. Не знаю, когда эти 10 тысяч наберутся. Ну, кто знает. Вот значок еще здесь есть. Ага. Можно, наверное, написать. Нет. Кому интересно, заходите, работайте, зарабатывайте. Я как минималку наберу, обязательно проверю на вывод. Запишу видео по выводу денежных средств. Ну, а пока я буду, естественно, работать. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!